На дежурство на новом автомобиле. Сегодня стражи порядка Тамбовской области приняли пополнение в ряды служебного автопарка. На торжественной церемонии сотрудники силовых структур получили ключи от 30 новых автомобилей УАЗ «Патриот», «Лада Веста», «Шевроле Нива» и других моделей, которые были приобретены за счет федерального бюджета. Как выразились сами стражи порядка, современная техника просто необходима для своевременного и качественного выполнения поставленных задач. Качество автомобилей, современный уровень автомобилей, смотрите, и сегодня, когда вручаю автомобиль, я обратился к личсоставу, персонально к каждому, сказал о том, что надо беречь личсостав, потому что это зависит в первую очередь и оперативность выезда на места происшествия. Ранее автопарк блюстители закона уже пополняли около 60 машин, однако на этом обновление техники не закончится. В ближайших планах приобретение еще 10 служебных автомобилей за счет выделенных средств из областного бюджета.